Yo, 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 yo! Эй, всем привет, друзья! Меня зовут Андрей! Это канал Александр Смит в исполнении Мессии Смита Плай! Мы продолжаем играть в Hitman Absolution! Да, прямо сейчас мы продолжаем играть в Хитмана! Тебе надо спрятаться. Агентству известно, где я могу укрыться. Они будут искать нас. Это самое безопасное место, которое я знаю. Можно мне с тобой? Ты спрячешься, пока я не узнаю, что происходит. Ох, это вы нам звонили? Да. О, ты, наверное, Виктория. Заходи, дитя. Спасибо, что помогли нам. Эта девушка очень важна. Возьмите это. Мы позаботимся о ней, сын мой. Диана сказала, тебе нужно ожерелье. Не потеряй его. Ты вернешься? Я буду рядом. Совершенство исполнения. Механик-профессионал. Наемный убийца. И не просто, друзья, наемный убийца. А величайший наемный убийца в мире! Да, это Хитман. Нам продемонстрировал в прошлой серии. 37.50 за ночь и без гулянок. Алло. Птаха, надо встретиться. Твоя слава тебя опережает, друг мой. Восхищаюсь теми, кто не боится срать там, где жрет. Тебе, наверное, нужны какие-то сведения. Я готов сыграть на твоей стороне. Но сперва я тебя кое о чем попрошу. Ты слушаешь? Клево. Тут есть один выскочка. Зовет себя король Чайнатауна. Да-да, не самый скромный товарищ. В общем, я хочу, чтобы он ушел в отставку. Ну, ты понимаешь, о чем я? Убить его. Король Кейптауна. Чайнатаун. Кейптаун нет. Нью-Йорк, к сожалению. Отряд грязных копов сторожит его на каждом шагу. Он редко бывает один, разве что встречает с барыгой. Рядом с пустью. А в ближайшем переулке у него стоит крутая европейская тачка. Вот и все, Мика. Позвони мне, когда закончишь. Это слишком просто, да, машина, все понятное дело. Но нет, давайте по-другому я сделаю. Как-нибудь по-другому, да. Да, друзья, правда, продолжаем. Да, правда, друзья, пролог был настолько надоедливым. И люди там грязные. Окей, нужно найти короля. Окей, нужно найти этого, да, короля. Короля. Чайнатауна. Мы обнаружили его. Мы его обнаружили, поэтому можем уже его постепенно, да, как-то его секретно как-то так сделать, так, чтобы было незаметно. Все это самое, да, можно сделать, но нет. Попробуем его как-нибудь эффектно... Есть множество способов убить короля Чайнатауна. Да ладно. 12 из них являются испытаниями. Чтобы просмотреть список испытаний, откройте ноутбук. F1, окейушки. Пройденное испытание даст вам постоянный бонус к счету. Чем больше испытаний вы пройдете, тем больше очков сможете получить. Счастливой охоты! А пошло-ка оно все, знаете... О! Вот я про это говорю, да. Сейчас мы его скинем, да. Падение человека. Несчастный случай. Примерно, да. Попытаемся как-нибудь сделать так, чтобы было несчастным случаем. Все это казалось, как у Скотта Эткинса.
как у Джейсона Стэтхэма. Да, да. У механики. Да, да. Ох, механик, ох, этот механик. У меня сахарок кончился, а я тот еще сластёна. Спокойно, его кроют два мента. Два полицейских. Поэтому к нему, естественно, не подойти. Ага. Ага, вот тихо, блядь. Окей, неуловимый величайший киллер, он тот самый, да. Он сейчас... Да придумает, естественно. Так вот, друзья, в прошлой этой самой серии, в той самой прошлой серии, она настолько надоела, да, она подсказывала, все нам рассказывала. Пролог был очень надоедливый, да, все эти подсказки, все эти советы нам просто уже, они въелись конкретно. Но в прошлой серии мы с вами, друзья, хорошо, да? Вот он идет, да? Вот он идет. Он идет, а тут Хитман на прицеле. Устранить его сейчас мы сделаем красиво. Ведь этот самый величайший... Неуловимый киллер. Вот так вот сюда он его сейчас скинет. После такого, конечно же, выжить будет невозможно. Тут, правда, мент стоит. Конечно, его можно было бы отвлечь. Йо, как сам? Мне насрать вообще. Мне насрать, бляха! Весь этот уникум! Этот момент ты видел, да? Спокойненько! Спокойненько! Убийца, да, убийца, неуловимый киллер! Хитман! Просто Хитман! Что сделал? Как он это все сделал? Спокойненько! Сейчас нужно как-то нам убежать! Убежать куда-то нужно нам! Спокойно, Хитман! Спокойно, бляха! Повсюду! Да нет! Вот такого черта! Я возьму два пистолета! Вся эта злость! Весь этот уникум! Это момент перестроения себя! Вот какой волнуйся! Хитман! Ему нужно снести вам бошки! Используя свой разрушительный удар! Это Хитман! Это уникум! Что я, блядь, делаю? Пизда какая-то, ну ладно! Ладно, друзья, я не знаю, зачем все это происходит, зачем все это... Я примерно так раньше играл. Примерно, когда вот первый раз играл с Хитман, я примерно так убивал, но типа... Я думаю, это все вырежу, потому что сейчас меня, походу, опять убьют. И возьму, естественно, самый оптимальный выбор. Оп-оп-оп, хорошо. Возьму самый оптимальный выбор, как тут можно нейтрализовать. Да ты, бляха, убей его, Хитман, ты че, а? Хитман, давай поувереннее мне. Вот так вот. Развлекаюсь. Я его вижу! Ну, хули ты меня видишь, и чё? Я тебя тоже вижу. Очки убираются, херню какую-то делаем, ну ладно. Нам нужно найти выход, как выйти отсюда. Вот, да, это та самая машина, да, тут можно все сделать. Сигнализацию нажать. Ну, я, может быть, сейчас запишу лучший вариант, как надо пройти этот момент, потому что... Это так, фигня какая-то, конечно. Тех убиваем, зачем убили, сейчас вообще не помню. Ладно, давайте сейчас я по новой запишу. Ладно, друзья, вариант номер 3. Самый оптимальный, наверное, самый оптимальный. Говорится, сколько раз тебе оставалось сделать один шаг до цели. Но тебе так и не получалось этого сделать. Почти да, смогли бы, в принципе, почти да, могли, почти да. Ты как в шахматах. Надо предвидеть ходы своего противника, не дать перейти ему в наступление. Сейчас будем следить за этим самым, да. В принципе, за ним следить не надо, мы сейчас оптимально все это самое сделаем.
Короля мы обнаружили. Так, спокойно. Вам здесь не место. Опа. Да как-то оптимально же не получилось. Походу надо было как-то скрыться. Я не шучу, поворачивай. Опа. Опа, с колена. Как ему от... Хорошо. Окей. Давай переоденемся. Походу еще мент был, я совсем и не знал, что здесь полицейский был. Ну ладно, не совсем, конечно, красиво все сделали, ну ладно. Сейчас он сюда придет, естественно, он сюда придет, спокойненько, Хитман. И мы его придушим, мы его устраним. Устраним этого ублюдка. Чайнатауна. Блин, кто засрал мою тачку? Вот... Опа! Опа! Хорошо, Хэтман. Окей. Окей. Он сейчас уже более профессионально сделано. 24 ветерана взяли, хорошо. Так, его тут оставим, в принципе. В принципе, да. В принципе, здесь его оставим. Да, друзья, в прошлой серии, друзья, мы устранили Диану. Мы устранили Диану за предательство. За это самое предательство. Против своих она пошла. А сейчас нам нужно найти, как отсюда выйти. Левый парень. Окей, достижения много получили, поэтому, друзья, я оставлю все эти предыдущие два. До этого у меня еще было два варианта, как я проходил. Пусть они и будут, потому что там были достижения, в принципе, неплохо совсем сделали. Тем более, я так раньше проходил, просто посмеяться, просто развлечься, просто вспомнить, просто хорошо. Да, мы устранили Диану в прошлой серии за предательство, да. За предательство своих, она пошла против своих, все это самое, да. И мы еще, друзья, забрали у нее девчонку, ту самую девчонку. Просто так надо. Как Хитман и сказал, просто так надо. Но девчонка, друзья, это самое имеет большое значение, походу, здесь, в этой самой игре Хитман. Хотя что-то я подзабыл. Так, я вспомнил, куда нужно идти, вот сюда, по-моему, да. Как говорится, тяжкое время, все это самое. Ну а теперь нас ищут, получается. Раз мы девчонку-то забрали. А Викторию мы забрали, знаем. Только одно. Она важная. Она очень важна. Старому дураку. Эй, тут же кофе! Скотина! Но нам необходимо понять, что здесь происходит. Винакамами. Вино, как он кентекер. Сими, амор. Что принесло твою мрачную лысину в мое жилище? Мне нужна информация. Так это же мой бизнес. Информация. Тебе нужна информация? У меня и она бесплатно, есть. Бесплатно, конечно. О, ты чертовски прав. Не бесплатно. Девушка зовут Виктория. Агентство ищет ее, я хочу знать зачем. Не-не-не-не-не-не, стоп. Агентство? Я должен сунуть нос в дела агентства? Ты чего, псих? Да, ты псих. Ну ладно, и сколько ты готов выложить? Назови свою цену. Ну... твои... инструменты. Слушай, что говорят на улицах. Если кто-то упомянет девушку, ты знаешь, что делать. Я тебе позвоню. Позвонишь. Истинный потенциал, друзья. Достижения просто тут сыпятся, как, блядь... Как даже не знаю, что вообще. Окей, 32 тысячи аж очков набрали. Третьего раза.
Те три момента, естественно, я оставлю, которые были до этого прохождения. Ветераны заработали. Ну и, естественно, продолжаем. Продолжаем дальше. Ты ждешь. Чего же? Но есть шанс. Я бы отрядил одну из команд, но эта работа не для Молота, а для Скалли. Я 47-й. Зачем ты это сделала? Беги вместе с ней. Она не должна стать такой, как ты. Мне с ними больше не по пути. Обещал Диане защитить тебя. Он у себя отрезал? Он шифр? Человек со шрифтом? Он вырезал шрифт? Да. Терминус отель. Комната 899. Окей, друзья, продолжаем. Устранили мы эту падлу. И взамен получили информацию. Я задал своим птичкам вопрос, амиго. И в ответ мне донеслось имя Блейк Декстер. Один из тузов на рынке оружия недавно очень интересовался твоей девочкой. Этот самый Декстер живет на последнем этаже отеля Терминус. И его отморозки никого туда не пускают. Но человек твоих талантов наверняка найдет пару способов туда проникнуть. Счастливой охоты! Окей. Отель Терминус. Состояние плачевное. Кажется, конец 19 столетия. Наверняка имеет несколько входов. Получить доступ на верхние этажи, друзья. Нам нужно не так все просто, естественно, так туда зайти, в этот отель Терминус. И так просто туда, естественно, не войти. Но мы попробуем. Попробуем, естественно, посмотреть, что там внутри. И, соответственно, пробраться в отель номер 899. Тебе. Наверх нельзя, там закрыто, ясно? Что, простите? Пожалуйста, не грубите, я постоялец. Может, тебе слух проверить? Наверху частная территория. Проваливай, говнюк. И, кстати, эй, это я еще вежливый. Извините, вам нельзя здесь находиться. Понятно. Вообще слушаешь? Да мне насрать. Зря зашли сюда, уже потеряли сразу 1250 очков. Женского пола и говнюки. Нетрудно догадаться, какому типу принадлежишь ты, засранец. Да будь статья за ублюдочность, тебя бы кастрировали публично, если бы отыскали твои яйца. А потом провезли бы их по городу, как труп какого-нибудь восточного диктатора. Ты ничтожество! Чертов импотент! Да ты! Ты не знаешь, как обращаться с женщинами. Ты не представляешь, что такое настоящая женщина, да? Тупица! Когда я была моложе, любой мужик сожрал бы свое ухо, чтобы только дотронуться до меня. И даже чтобы взглянуть. Я вижу, что ты не мужик. Эй, поднимайся. Посмотрим, сможешь ли ты справиться с женщиной типа меня, слизняк. Поцелуй меня взад. Пожалуйста. Пока-пока. Окей. Лику собрали. Нам нужно сейчас понять, как забраться. Наверх, походу, нельзя. А вообще-то как тут можно? Эй, ты! Обожди! Эй, ты! Тебе сюда нельзя! Ладно, уходи. Все, ухожу. Ухожу, ладно. Эй! Он с кем, по-твоему, я ухожу, ладно, отъебался. Делай, как он сказал. Давай, если жизнь дорога. У тебя совсем мозга нет? Вали! Я вот тут посижу. Ага, отвали! Значит так! Либо ты убираешься, либо огребаешь. Я тут посижу, не лезь. Делай, как он сказал. Отстань, дурак, не лезь ко мне. Не подходи, я дурак. Какого дьявола? Опа, стволы достали, парни. Сиди тихо, а то получишь. Да ладно, ты угомонись, я спрячу сюда в шкафу и нормально. Только дай мне повод. Я аккуратненько сейчас в шкаф залезу и посижу там. Он тут прячется. Охренеть. Здоровяк,
прятаться, пошли, возьмем клоуна. Напоминает ту толстую дуру из Роджерса. Что будем делать? Выкурите его оттуда! Кафу залез. Вы, блядь, да ёбаный, ооо, спокойно. А как выйти-то, блядь, твоя котят? Это, блядь, это что это? Куда это? Как это? Я куда зашел вообще? Блядь, блядь, не пиздец. Короче, друзья, это, конечно, смешно было. Ну, пусть оно было, ладно. Соответственно, естественно, мы... Нашли, да, как пробраться сюда. Вот, тут можно спуститься, естественно. Я еще раз прошел. Еще раз посмеялся. И вот так вот, да, все красивенько, аккуратненько. Спускайся. Давайте, друзья, поувереннее играть. Что-то, кстати, это Hitman, блядь. Тут напролом не пойдешь. Я, блядь, люблю игры напролом. Весь этот стелс, все тот самое, это самое. Я, конечно, да. Тяжело будет мне в Hitman, конечно же. Но будем как-то, друзья, давайте присматриваться. Давайте все-таки 10, как величайший, я спокойненько гаечный ключ возьму и кого-нибудь сейчас пробью. А ёб твою мать! О, пизда руля, сейчас придется его вырубать. Ты сопляк! Слышишь меня? О, сопляк! Кто сопляк? Ты че попутал, блядь? Я эффектный! Я быстрый, я ловкий! Я неуловимый! Величайший киллер вселенной. Этой самой вселенной. А будем пытаться, будем, естественно, все это самое делать. Так, спокойненько. Говорится, будем пытаться, как минимум, чтобы вообще было почти никогда минуса не было. Знаешь этого парня? Он реально крут. Я бы вот не полез возиться. Может, когда-нибудь получится пройти. Даже за миллион баксов. Великолепно. Нет, спасибо. Какую-нибудь миссию посмотрим. Пока что у нас ветеран это самый максимум вроде бы. Спокойненько. Нам куда, в принципе, надо? Нам нужно куда-то на лифт. Подняться в отель 899. Декстеру, спокойненько. Аккуратненько. Пока вроде нас не видит, у нас очки, конечно, очень плохие. У нас спокойно диверсия для отвода глаз. Тут у нас есть, я спокойно делаю. Вот так вот хорошо, Hitman. Вроде получается, вроде как запаниковали они. Как там у тебя, Джо? Спокойно, можем вызывать лифт. Окей, цель достигнута. Ветерана сделали, хорошо, нормально. Пойдет. Спокойно. Отлично. В субботу все цели. Аккуратно в лифт зайди. Типа, в лифт. В лифт. Войти в лифт. Сиреноголовый, стоять, я к тебе обращаюсь. Пошел ты нахуй, пидор. Они со мной разговаривают, да я уже свалил. Ты находчивый сукин сын. Я так... Ты все близко к логову льва. Бандиты засели на восьмом этаже и никого туда не пускают. Лейк Декстер — личность недосягаемая, и проскользнуть в номер 899 будет непросто. Но еще хуже. У Декстера серьезная охрана, которая не будет, подчеркну, не будет церемониться с нарушителями. Возможно, стоит спуститься ниже и поискать более хитрый способ. Боже, да кому я рассказываю? Ты же профессионал. Небось, все уже продумал, да? Лучшему мигу. Человек без лица! Hitman! Простите, сэр. Сегодня лифт весь день не работает. Его уже чинят. Аккуратненько. Подняться на восьмой этаж нам нужно. Лестничные клетки, все. Эй, как дела? Все наглухо. Вроде нормально. Мимо нас к мистеру Декстеру никто не пойдет. Опа. Хорошо. И никак... Нормально, так можно было вроде бы сделать. Хочу, чтобы операция прошла тихо и спокойно. Не пить, не драться. Покоя никого не трахать, самое главное. Да, я почти уже здесь. Говорю, место шусь. Хуже давно не видела.
В этом месяце точно. Кровь повсюду. Представляешь, парень убился гаечным ключом. Да, серьезно. Он забил себя до смерти гаечным ключом. Не знаю. Но это, походу, Вин Дизель. Он может забить гаечным ключом до смерти. Так, друзья, нам нужно наверх. На 8-й этаж. Тут сказали, какой-то есть хороший оптимальный выбор. Спуститься. Блять, да как это, блядь, я забыл эту игру, не играл уже 2 недели. Я 14 дней не играл в эту игру, я забыл, как у нас отвлекающие моменты, на какую кнопку, блях. Прием, говорит земля. Иди сюда, я не шучу. Эй. Если сейчас же не скажешь, что ты такой. Мне что ли? Придется туго. Ты нахуй не хочешь пойти? А ёб твою мать. А во-во-во, на хоп. Эй, я же не воздушный шарик. Не двигаться. Жмите на курок и наслаждайтесь. Воздушный шарик, блять. Да пиздец, блять, вот я вообще, я не понимаю, блять, я вообще забыл, как в эту игру играть. Куда идти? Блять, нам на 8-й этаж, нам подняться вверх куда-то. Пиздец. Нет, он исчез. Я не знаю. Ладно, Хитмана будем включать, такого Хитмана. Хитмана в стиле Мессия Смитплей, походу, да? Кто скоро пожалеет, что появился на свет? Блять, Хитман, надо... Опа! Ты всех обманул? Ни хрена! Опа, ты попутал меня, блять, что ли? Попутал тебя в колено, блять, получает Хитмана, блять, ну пиздец, все, пизда нам убили. Хитман, ты понять можешь, бляха? Ох, как отлетел! Ударь, когда можешь, но обезопась себя, я тебе это говорю, друг мой. Окей, я понял, как надо проходить. Я вспомнил. Да, можно, конечно же, пройти. Ух ты, это как так красивенько оббегаем этих ублюдков. Можно, конечно же, да, убить эту самую горничную, придушить ее, вырубить, отрубить, забрать у нее ключ. А можно поступить еще более оптимальнее. Отвлечь ублюдка, который сейчас там. Я его знаю. Этот парень случайно не... И выйти в окно. Вот так вот, да. Вот так вот сейчас сделаем красивенько, аккуратненько. Давай нам Хитман поувереннее. Нам сегодня вообще просто сели. Сегодня Хитман, друзья, просто... 47-й не в деле. 47-й... Не, 47-й, конечно же, в деле. 47-й не в духе. Да. Я просто есть хочу, друзья. Кушать хочу, поэтому плохо играю. Ну и надо вспоминать этого Хитмана. Совсем подзабыл, как играть в Хитмана. Нужно... Такие идут, да. Тут нужно потихонечку, тут уже аккуратненько. Я активирую себе контрольную, хорошо. Как говорится, сколько раз тебе оставалось сделать один шаг до этой самой цели? Ну тебе... О! Спокойно, Мишулька. Мишулька, спокойно. Медведь, ты не дури, боль. Окей. Да, сколько тебе оставалось сделать один шаг до этой цели? Тебе так и не получалось сделать этой самой цели. Так, переоделись в этот же костюм, окей. Оп, музыка. Да, ты много раз был этой самой подружкой невесты. Не-не, я знаю. Но невеста ни разу. Как она работает? Правда? Я просто хотел тебя проверить. Ну, допустим, я забыл. Ты мне покажешь, как включить проектор? Да, я бы показал, но мне тут нужно лестницу охранять, так что... Смотри, не упади на задницу. Прости, что ты сказал? Опа, уходим отсюда. Отсюда уходим, тут нам не надо, тут нам не надо ничего, спокойненько, аккуратненько. Что это? Киса на охоте? Ку-ку. Это ты кому? Ку-ку. Ты кому? Киса, блядь. Так, катушка фильмов. Окей. Так, нам нужен... Мы поднялись уже на этот самый этаж. Нам нужно сейчас
найти комнату. Найти нам эту комнату 899. Я пока ее не могу найти. Я пока все пытаюсь поднять себе рейтинг. Поднять рейтинг как можно больше. Вот пока пытаюсь, да. Сколько раз нам еще пытаться, не знаю. Будем пытаться. Аккуратно. В принципе, можно не ползать, оказывается. Можно, в принципе, ходить спокойненько и делать отвлекающий момент. Делать уникум Хитмана. Так я запутался, друзья. Я маленько что-то подзабыл. Нет, цель-то я не подзабыл, куда нужно идти. Я маленько что-то не понял, а куда нужно вообще идти-то? Блять, хочу есть. Кто это такой? Хавать хочу, не понял сейчас. А вот сюда, да. 899, вижу комнату, спокойно, сможем пройти? Пройти сможем, окей. Тайная комната. Еще одно достижение. Профессионала сделали себе, хорошо. Хорошо, нормально. Окей, пробрались мы с вами. Идти на пролом не вариант, надо найти другой способ. Вот именно, на пролом, да, не вариант. Так, спокойненько, аккуратненько. Вот сюда, да? Вот сюда, окей. Меня зовут Виктория. Опа. Она стоит хреново тучи денег. Черт их знает, она какой-то накрученный вундеркинд. В общем, мы просто схватим ее и будем удерживать, пока она не заплатит. Понятно, походу, да, Виктория-то, друзья, вундеркинд. И мы с вами прошли, да, прошли мы с вами Хитмана уже аж вторую миссию. И на этом, друзья, мы с вами закончим. Прохождение Хитмана. Специалист. Вот так вот себе набираем рейтинг. И будем, конечно же, стараться, друзья, как можно лучше проходить этого самого Хитмана. Искать самые эти самые оптимальные пути, проходить миссии, все это самое. Ну, будем вспоминать, друзья, естественно, я когда проходил первый раз Хитмана, я примерно играл как вот первые моменты, которые в начале этой серии будут у нас, друзья. Да, сегодня 47-й не в духе. Я вот так вот сегодня сыграл, совсем не совсем, как бы хотелось бы. Но будем стараться играть намного лучше, понятное дело. Будем вспоминать игру Хитман, это все-таки же Хитман. Тут нужно действовать, да, тут нужно действовать как, тут нужно действовать вот так вот, как Хитман. Аккуратненько, спокойненько. Ну и попробуем заработать себе как можно больше уровень. Просто даже интересно самому, в принципе, какой можно примерно заработать уровень там больше специалиста, больше ветерана, больше всего этого самого. Может, даже какой-то там уровень будет у него. По-моему, я что-то слышал, уровень какая-то тень есть, уровень тени, что там выше есть. Ну все, друзья, на этом с вами прощаемся. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте это видео. Всем до встречи в следующих играх и в Хитмане через 2 недели. Только через 2 недели. Все. Всем пока!